Доходы жителей Башкортостана в первом полугодии снизились по сравнению с тем же периодом 2016-го почти на 1%, до 24 693 рублей. Об этом сообщает Башстат. В то же время, по итогам второго квартала, с апреля по июнь среднедушевой доход почти на 2,5% выше аналогичного показателя 2016-го – 24 964 рубля 50 копеек. В первом квартале 2017 года на одного жителя региона приходилось 24 422 рубля.